Всем привет, всем хорошего дня. Сегодня такое настроение, в общем. Всю ночь шел этот снег. Вот. Пол 11 утра он закончился. Вот. Но сейчас выглянуло солнце, небо голубое. Вот, но еще прохладно. Вот. Да не, на улице тепло. Ну как сказать, я бы не сказала. Вот здесь вот. Ты сегодня купаться будешь? Да. Это. Ну, все равно я, как говорится, это, ну, прям вот смотришь где-нибудь, там уже все зеленое, все цветет, все кругом это. А тут, ну вот, прям вот, ну вот погода иногда, вот прям вот. Да нет, дай там. Ну дай бог, если все вот растает. А то прям это, в шоке в таком, гляжу. Снег прям хлопьями валит прям. Я такая думаю, нифига себе, все черные, прям хлопьями валил прям. И с крыш падал, когда вот уже 10:30 он перестал. Все начало таять, он прям с крыш бубух, бубух, я слышу прям. Прямо падал. Я думаю, нифига себе, весна, блин. Весна, блин, зимняя весна. Ну, надеюсь, это просто чисто, как это сказать, как перелетные птицы. Это быстро, вот сейчас вот солнышко вроде бы выглянуло. Может быть, и к вечеру даже будет это, не затянет тучами, не пойдет опять дождь или снег. Вот, вчера, потому что дождь накрапывала, а вот в ночь пошел снег прям хлопьями. Так, что хотел сказать. Так. Первая часть разговора окончена. Теперь вторая часть разговора. В общем, мама, она там не понимает, короче, понавключала. Давай, лучше ты расскажешь, потому что я не понимаю. Пакеты всякие, ТВ, дополнительные каналы, фильмы, что-то еще там она подключала. Короче, общую сумму на 600 рублей она там подключала. Все это отключили, подожди. Слава богу. Все это отключили, все нормально. Подожди, ты мне сказал, что 600 рублей всего платить? Или как? Или помимо того, что положено? Она наподключала на 600 рублей. А, это... Она наподключала. Помимо того, что 900 с чем-то в месяц, да. Плюс еще 600. Да, платить. Она наподключала. Это все отключили, все нормально, сейчас не переживай. Платить сколько всего нужно? Я так и толком опять-таки от тебя не поняла. А что, я что-то непонятно говорю? Нет, непонятно. Всего сколько? Она нам подключала услуг на 600 рублей. Что неясного-то? Сколько придется в месяц в этот... Как и раньше. Все так же? Ну, 600 рублей, ну, лучше все-таки оплатить заранее, все-таки, как мне как меньше потом платить. Короче, все равно я ничего не понимаю, ладно. Не знаю, тут какую-то вот дали бумажку. Это не надо там показывать, ну, не надо там лицевые счета. А, ну ладно, ладно, да. Это... Тут не снимай тоже. А что там такого, я не понимаю? Там лицевые счета, имя, фамилия, отчество. Ну, половики, что там такого-то? Зачем? Ну да, сразу что-то же. У меня сейчас это, голова, наверное, не работает. Хотя он у меня и так редко работает. Самокритично. И вообще никогда не работает. Самокритично. Короче. Короче, скромный обед. С утра у нас была булка. Вот тут кусочек у меня остался. Эмиль ходил в магазин. Mm. Еще одну брал, опять такую же булку. Mm-hmm. Вот. Он свою половину съел, у меня осталось, короче. Че еще-то? В общем, это... Утром была греча с колбасой и чай с лимоном и булкой. Это утром. А обед вот тушеный жареный картофель, салатик, огурцы с помидором, капуста, картошка с колбасой жирной. Вот вербочка. Что я хотела сказать? Искала везде этот, как его... Ой, не унесённый ветром, а это поющие в терновнике. Эмиль, я не понимаю, где-нибудь хоть можно найти этот фильм? Или это нереально? Зона? Уже искала.
Такой может, фильм? Неправильно вводила? Вводил правильно, поющих терновники пишет, не существует. Может, еще раз попытаться? Ну, потом я тогда попробую. Вот. Искал бесполезный. Он везде какие-то отрывки, если одна серия, там, допустим, даже какая-то может быть. И то на, короче, не на русском. Вот. Клипы существуют, это, ну, как всякие вот песни поющих терновники. Блин, ну фильм такой, хотелось бы посмотреть. Вчера просто насмотрела всяких этих клипов, так прям не могу. Поющих терновники. У мамочки спросил, я говорю, мам, а ты смотрел хоть раз этот фильм? А, все, волос. А, не волос. Волосок, да? Это не волос, а ткань. А. Я сижу, половик вижу. Вот. Это. А я думаю, что-то мне в глазу мешает. Я трою. Это. Она говорит, по-моему, смотрела когда-то. Вот. Я говорю, я просто нигде не могу найти. На Ютубе бесполезно. Даже нет такого, как вот обычно ты вводишь фильм. Если его нету, то ты его хотя бы там, к примеру, купить можешь, как вот иногда. Это... Просто это, видимо, настолько древний сериал, что его нигде нету. Не знаю, ну прям так хотел. Я вчера говорю... Ой, ну я клипов наслушалась, уже время было поздно, я в час ночи легла, это там, романтика, любовь, все такое, что-то не спалось. А я Assassin's Creed допрошёл два. А, у меня, видимо, это... Насмотрелась всего вот, что-то это, ну, после бурного дня, бурное это, воспоминали, что-то, не знаю, короче, вот, это. Насмотрелась клипы. Ты думаю, уже третий раз да, клипы говоришь. Думаю, найду я это, как его, этот фильм. Завтра с утра я встану, там свои дела сделаю. И это, буду смотреть «Поющие терновники». Не тут-то было. Фиг там. Поискала бесполезно. Третий раз или четвертый смотрю Джейн Эйр. Вот. Ну, он так фильм тоже хороший, я ничего не говорю. Но тот, наверное, фильм многосерийный. Я не знаю, может быть, и возможно найти, но... Я не знаю, но я в Ютубе не нашла. И вот на зоне я вводила эту. Поющая, видимо, вводила. Нет, я правильно вела. Поющая в терновнике. Ну, не знаю. Посмотрим. Вот. Такие дела. Ладно, посмотришь ты тогда. Хорошо. Если что. В общем, вот такие вот. Вот такая погода, вот такой вот денёк. Простой, обычный день. Всё, пока. Всем пока.